Поехали потасовку смотреть. Сколько тебе ждать? Вот потасовка. На дороге желтого кирпича. Каждый игрок получает дурати, который дает способность рывок существам на одной половине игрового поля, способности провокации, что на другой половине. А, ну очевидно, да, конь погибели. Очевидно, конь погибели, изи. Ну, мне кажется, сейчас каждый второй там играет конем погибели, да? Рывок и таунт мы получаем. Да, конь погибели слишком мейнстрим, мне кажется. А слева получается, то есть с какой стороны получает рывок? На одной половине. Не написано, какой половине, какая белка. Понаехал, Милорус, понаехал. Так. Один раз с конем. Ну давай один раз с конем. Не факт, что мы еще выиграем, может там. Помимо коня же другие карты еще есть. Сейчас первым делом коня кладем. Дальше чисто существ. Одних двух существ. Так, рывки и, значит, провокация. Можно взять прокачки, кстати. Дикрус. О, нормалды. Дороти можем сожрать. Не, мы не сожрем, это еще нельзя жрать. Так. Давай еще бесов напихаем. Демонов побольше всяких разных. Джараксуса положим. У меня будет много джараксов. Нет, отстой. Ща мы таких демонов напихаем. Это говно план. Каких же демонов напихать? Вот таких напихаем демонов. И таких. О, отличный демон. И роботов 4-3 напихаем. И таких. О, да, класс. Вот это что надо. Так, робот 4-3, ты где? У нас мало ранней игры, у нас только 4-й ход начинается игра, на каких-то вторых, третьих игроков положить. Единичек, двоечек. Давайте посмотрим. Нормально, кстати, бомба. За 2 маны, всем по 2. Да что ты булькаешь и шмулькаешь? Да, у нас реально за 1-2 маны ничего нет, а надо что-то иметь. Какая-то ранняя игра нужна, полюбас. О, все же будут играть с существами, во, все будут играть с существами. Милхауса возьмем, с пылами никто не будет играть. И пауков возьмем, точно, точно возьмем пауков. О, нормалды. Погнали пробовать, короче. Сорок процентов людей видят кошмарные сны не реже раз в месяц. Ну, смотря что иметь в виду под кошмарным сном. Кошмары бывают разные. Может, там совсем ужасные кошмары, что просыпаешься в поту. Я, кстати, таких вообще не помню. А может, просто там сон неприятный приснился. Тоже можно назвать кошмаром. Да и раз в месяц не так часто. Ну, приснился тебе раз в месяц кошмар. Это еще не каждый видит. Меньше половины. Смотри, варлока. Так, все выкидываем. Пытаемся найти ранний дроп. Вот троечку мы оставим. Так мы пытаемся найти второй дроп. Конечно, найдем тебе второй дроп. Dirty. Так, слева рывок, справа провокация, отлично. Таун 4-5 за 2. Так он в атаку все равно не сможет ходить. Плохо сыграно. Опять здесь от фейсеров защита встроенная. У нас ничего нет. Видимо, будет мне морду бить. Ой, фак, залопом сейчас будет меня трахать. Неприятно. Чувак, ну ты и лох. Так, а где он респаунится? Справа, получается, он респаунится, да? Так это же бесконечный конь. Ну ладно, давай пока так.
Слушай, реально мы же конем одного убьем, а потом никогда не пройдет, потому что бесконечный таунт. Слушай, серьезно, не пробиваем мы же карты. Как пробить бесконечного коня? Никак. Он же справа респавнится. Лол. Это ж чит. Ой, попал. Это же реально чит. Как с этим вообще... Ёб твою мать. Обалдел, что ли? Бля, еще и попал. Иди ты в хер, чувак. То есть я коня за это поставлю. Будешь плакать от горя. Так, чувак, ты меня напросишься на коня? О, ну чё, о. Ничего не о, пока так. Пока все по расписанию играем. Только салом, да, только салом, больше никак. Надо сало положить в колоду, кстати. 4-3 мужика. Потому что если у меня поставят коня, мне пиздец. С другой стороны, я поставлю коня, и умрет тот, кто фатигнется, лол. Если он поставит коня, мы просто поставим своего коня и будем конь в конь в конь, только он фатигнется, а я нет. Так, ну ладно, демон у меня в руке есть, даже два. Давай, до свидос. Так, мы не будем салить Дороти, мы посалим коня, чтобы он умирал. Так, ты смотри, он стоит справа, он таунт, и он бесконечно. Он умер, он тут же реснулся, тут же, в ту же секунду. Он снова таунт, и он снова реснется. И так он бесконечно реснется. Через него просто не пройти никак. Бля, еще один шклюр. Так, чувак, не беси меня. Давай, давай, заходи. Чё как? Все, все сказал. Давайте сало положим, потому что да, если нам поставят коня, мы тут же сдохнем. Так, открываем бустер. Голодный краб. Еще две рарки. Нормальный бустер, нормально. Чувак, ну ты и лох. Ладно, Милхаусу. Не, прокачку надо, прокачку брать. Так, Милхаусу возвращаем. И мы кладем сало. Вард бафами ктунг-ктун арморишься, бахаешь таких вардуков. А как ты через коня пройдешь? Потягом, что ли? Они так к тебе могут уходить, а ты к ним не можешь. Один конь останавливает любую агрессию. Вообще любую агрессию останавливает один конь. Ты уже приступил к нормальному графику стримов? Да, сегодня первый стрим. Ух ты, и двоечки у нас есть. Даже две. Отключил Prime на Амазоне, бабки сняли. Точно отключил? Видимо, не отключил. Значит, какое еще может быть объяснение? Может, такая была ловушка со стороны Амазона? Они как бы всех подписали, говорят, да если что, отключитесь, не ссыте. Ну, ладно, хер с тобой. Стенка так... Не, ну вообще-то умно стенку поставить. Неплохо, да? Неплохо. Конь с краю лево резается? Нет, справа конь. Все справа рисуется, все что рисуется. А зачем тебе рывок? Все равно так не можешь ходить. Интересно, что он с ним будет делать? Сальт, что ли? Мексную стенку сделал? Да нет, здесь мексная. Не вояка. Так, ну что, давай коня. Давай коня, давай. Не конь. Не конь, друзья, не конь.
Конь, а вот конь. А-а-а-а! Он, кстати, мог им в атаку сбегать, убить жука, а потом реснуться. Привет, дружок, привет. Как дела? Нах. Иди там резайся в туалете. Сейчас главное, чтобы на каждого коня, который у меня стоит, я ему дал сало. Так, ладно. Это было любопытно. Давайте попробуем какие-нибудь другие стратегии, потому что с конем слишком просто. С конем. Хотя квест. Ладно, сделаем квест просто на демонов. Еще разок сыграем, чтобы сделать квест на демонов и закончим. Да нет, конь не резается там, где стоит. Конь рисумонится справа. Все, что сумонится на стол, все сумонится справа. Если ты играешь шаманов-волков, они всегда сумонятся справа. Если ты призываешь хантом питомца, он всегда призывается справа. Ты не можешь указывать таргет для существа, которое призывается с пылом. Соответственно, конь рисумонит себя справа. Барон себя пока не показывает, но он не успевает просто. Положи в деку Ривендера, делай 5 коней. Зачем здесь 5 коней, если одного не убить вообще никак? Нахер тут 5 коней? Один бессмертный конь. Если сало, конечно, не получит. Конь рывок рез с прыжком? Да нет, ты врешь, я тебе не верю. Ты все меня обманываешь. Признавайся, зачем ты меня обманываешь, койот? Топ хантишка на хрипах? Да, можно хантишка. Если еще в лицо застреляем, там если кони. Хотя столько, наверное, не застреляем. Опять у нас что-то вялая сдача. Ладно, проверим, короче, с конем слева. Проверим. Тебя привезут из Питера? Нет. Встань со шкафом своим. Спорим на косарь? Нет, отстань. Не буду с тобой спорить на косарь. Ух ты! Ух ты! Конь! 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 Проверка, смотри. Проверка, проверка. Нет, смотри, слева, да, действительно. Ну, поехали, поехали. Сало-то есть, чувак? Действительно, слева, я вас обманул. Получается, хантам, о, коня можно пройти. Если он не справа поставлен. Ну ладно, у нас бесконечный конь. Смотри, он поставил херню, да? Плохо, что они вот так сразу идут. Надо еще коня справа поставить, и вообще будет хорошо. Ой, что это такое, а? Что это тут такое бесконечное у нас? Что у тебя за одноразовые существа? А, неплохо. Ладно, там-то некогда ставить. Надо морду бить. Надо демонов сыграть. А, это же демоны. Вот раз демон, два, три, четыре, пять. Надо играть демонов, пока он не консиднул. Он сейчас консинит, мне кажется. Интересно, а если рисамон считается как... Ой, стенка. Зачем поставил стенку 4-10? Какой там смысл? Никакого же смысла нет вообще. Разве что не успею нажать. 10 раз. Такого чувака. Давай, 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 быстрее, чувак. Блин, ты мазохист, что ли? Ааа, нахер ты это делаешь, чувак? На тебе стенку. Давай, 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 давай. Сроки горят. Блин, он сейчас консинит, он просечет что к чему и просто консинит. Мы не разыграем 10 демонов. Мое, а, только двух успели разыграть. Мне кажется, он только в последний момент понял, как это работает. Так, ладно. Еще трех демонов разыграем, потом меняем страту. Чубака. О, воин. Воин-то интересно. Хотя не пойму, зачем брать воина. Может быть, ради 2-4 берсерков? Патроны, пацаны! Патроны! Хотя... Хрен узнает. Патроны, не патроны. Малган еще ни разу себя не показал. Так, единичек у нас нет. Но здесь сильная двойка, нормальная тройка, нормальная четверка. Ну что там, чувак, по демонам? Чё как по демонам? Ой, по спылам, а не по демонам. На нах.
Darkshire Councilman? Ну, не. Не. Ну что там у него за три маны? Ёб твою мать. Вау, ничего себе. Спылы ты за ноль, пацаны. Хуя себе. Мы так не договаривались. Получи по наковальне. Не, надо меняться, но тут не выпендриваться, надо меняться. Сейчас еще... Ну, много, видишь, карт на это потратил много, но стартанул довольно мощно. Вопросов нет. Нормально. Говорю, спылов у него нет. Чувак играет с пылами. Упс. Класс, ТФП. Ничего, у нас есть специально обученный Борис. Давай, Бориска, тащи демона 1-1, чтобы Малганица вытащить. Давай, этого демона. Войд... Ой, молодец. Ой, а кто это у нас тут такой выскочил, а? Кто это такой 9-7? Давай, заходи, дружок, давай, камон. Я вечен. Зачем? Чувак, сдавайся. Мы опять демонов не разыграли. Придется где-то на арене разыгрывать демонов. Либо в ладере поиграть демонами. Что-то они быстро все консидуют. Одного демона все разыграли за партию. Он сейчас консиднет уже вообще. Запарится пробиваться. Вот псиная. Нет, я же вечен. Ладно, дружок, возьми немного спылов. Немного тут, много не бери. Хотя, слушай, он сейчас поставит воргена, хотя он убьется от всех пауков, там как раз, да, три атаки. Поставит воргена. Хотя, если два воргена! Да, два воргена быстрее. Керн? Бать. Бля. Это, кстати, неожиданно. А ну давай еще что-нибудь. Давай мне еще одного этого Войдвокера. Камон. Еще Войдвокера. Тащи. Малганец позовем. Блин. Ё-моё. Еще одна ночь для охоты. Крепкой. Блин, Малганец на халяву не позвали. Так было бы сочно. Женщины, которые читают любовные романы, занимаются сексом на 74% чаще, чем женщины, которых любовных романов не читают. Красиво у вас исследование. А как вы про... Ой. Чё, бурдалак? Чувак, ты озверел, что ли? Таунтов тебе, что ли, понаставить? Совсем обалдел. Давай коня. Пущай развлекается. Пущай, без коня. Ну, это мы убьем на всякий случай, какой-то он опасный с виду. Ну так, чисто на всякий пожарный. Сколько мы демонов разыграли? По-моему, одного не хватает, да, если не ошибаюсь? Собрал ящики? Не, флешка, ящики не собрал, да они пока не нужны. Я, с одной стороны, вообще не буду собирать, они только место займут, которое мне нужно, чтобы комп там поставить. Ого. Ну пойдем спросим, что там. Что там по бомбам? У нас типа летал, если бомба на 4 не отлетит. А да, в любом случае летал. А, да, точно. Про тебя-то я и забыл. Давно забытый доктор Бум. Все медики на ушах. Да, все медики на ушах, потому что статистику обнародовали. Как будто вчера там в Екатеринбурге внезапно стало много ВИЧ-инфицированных. Уже много где полно этих ВИЧ-инфицированных. Статистику нормально подсчитали. Так. Что нам эдакое попробовать? Но я понял, что какая бы стратегия ни была, должна быть стратегия с Сайленсом. Деку хамстер с близко, но потом посмотрим.
Потом я дашь лист, Джакал? Или сейчас давай лист. Так, какую бы нам страту попробовать, ребята, а? Как вы думаете? А давай чисто такого дракон приста дерзкого сыграем. Десартал колода? А какая десартал колода? Десратл. Ну это любой класс может быть на десратле. Потом, ладно, сейчас дракон приста соберем. Значит, мы кладем сайленс, самое главное, чтобы не бояться вражеских коней. Так. И дальше всякого крутого драконьего говна. Так, такие штуки нам не нужны, такие штуки нам не нужны, нам нужны такие штуки. Нам нужны такие штуки. Можно такие штуки? Не, такие не нужны. О, такие положим. Что-то, блин, драконье говно как-то не очень собирается. Хочет десерратл действительно приста собрать. Так, ладно, что там для драконов вообще надо? Слушай, может такое будем класть? Будем воровать? Давай положим. Все, теперь точно драконы. Значит, драконы. Какие есть драконы? Есть 3-5 дракона за 3 маны. Не, это не тот за 4 маны. Какие вообще драконы ты играешь в Дракон Присте? Нам нужно 3-6 дракона, нам нужно 5-5 драконы. Так. Да, нам такие мужики нужны. Так, там какую-то картинку. Конфуз доступа. Не открывается твоя картинка. Спокойной ночи, Мария, спокойной ночи. Так, такие драконы, и у нас их все еще 3 штуки, да? Очень мало, нужно еще драконов положить каких-нибудь. Буквирмы медленные. Давай положим одного дракона еще. Все, спасибо за лист. Потом соберем приста. А ну-ка, стой вот так, если... Такой что ли? Ну мы кладем такую штуку, да? Эти все медленные, очень медленные. Ну получается дракона 3-2 мы кладем, ладно, чисто чтобы был дракон. Погнали, попробуем. Жидит Модракон? Да ничего не жидит, сейчас тебе дам, сейчас дам Модракон. Не дам, а торжественно вручу. Клауди Ворон, спасибо за подписку, я очень это ценю. Спасибо за то, что ты так долго это делаешь. И вот я награждаю тебя Модракой. И теперь у тебя есть власть на этом канале. Каждые 3 минуты, говорит Олег, кто-то на земле объявляет, что видел НЛО. Что сразу я? Так. Тебя, Нарас Мульганин, да? Ты еще к нам придешь. Вот это все оставим. Сто пудов конь. Сто пудов сейчас конь там прискачет за нами. Нам крайне желательно второй ход, ну, не с монеткой играть третий дропщик, иначе у нас вот эти чуваки очень поздно придут. Я переживал, что драконов не будет, вон сколько драконов. Ага. Черт возьми. Ладно, ходи. Вон говном, конечно, обмазался. Проклятые готовы сражаться. А что у него за план такой интересный?
Можно как-нибудь загон открыть. Открываем, как хочешь, открываем. Вообще, давно пора. Нужно пробиваться туда вообще. Нереальное. Это что-то нереальное. 7-7. Так. Это мы встретили, конечно, вражину. И как он будет нас побеждать? Да, наверное, найдет, чем побеждать, да? Главное, что его не пробить самого, а чем победить он найдет. Яйцо. Чё яйцо? Чё, зверём? Ну, давай сопрём яйцо дракона. Хозяйство вещь полезная. Так, ну хорошо, мы расколупали его оборону. Хорошо. Поиграть термоштепселем. Так он 9 маны стоит. Большинство партий заканчивается к этому времени. Так-то комба неплохая, но она же очень медленная. Just Go Dance, спасибо, мне там уже дали. Вот это. Да, мне вот эту картинку уже дали. Сейчас поиграем престом после потасовки. 100 лет не играл престом, с удовольствием поиграю. Давай-ка, наверное, так, и вот так, и вот так. Так. Слушай, это супер оборонительный дек, а чем он будет убивать? Какой-нибудь доктора Бума на меня спустит, наверное. Блин, накаркал. Фак. Сейчас бумы каждый ход. О, халявные дракончики, прикольно. Халявные драконы. Ну как халявные. Так, ну там может быть конь, да? Мы еще можем встретить коня. Не будем пока расслабляться. Бомба, конечно, полный попадос. А давай на все деньги терпеть так, просто такой дерзкий. Самое забавное, что стенку нельзя посаливать. Даже если стенку посаливать, Дороти все равно наложит стенку. На коня стать? Что на коня стать? У меня саленс на коня. А что мне предлагаешь стать на коня? Тетка считает это за юнита? Нет, ну наверное она занимает 7-й слот, но убить ее нельзя никаким ауе. Но 7-й слот стопудов занимает, да. Блин, сейчас 2-й бум, а он с большой вероятностью сейчас придет. Что это за... Ой, блин. Сейчас конь всех отпиздит. Смотри, 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 что происходит, смотри. Ебать, бесконечный конь, бесконечные прокачки. Ты чё, мент? А чё он так долго думал? Может, по анимации не успеть, за то, что долго думал. Лол. Ну все, нам пиздос. И конец. Вот это комбень, конечно. Вот это неплохо сыграно. Красота может быть и без сисек, но я не спорю. А, в смысле их... Я понял, что ты имел в виду. Ладно, консиды. Ну, хорошо. Ладно, давайте еще раз попробуем престом. Если честно, прист что-то не очень. Давайте десратла попробуем. Не, сейчас еще партию престом, потом десратла попробуем собрать за какой-нибудь другой класс. Да, неплохая комба. Достойная, я бы сказал. Рэмпл. Пироход за нами. Ладно. Блин, они варлоки. Ну, понятно, почему они варлоки. Что-то не сюрприз. Патрон рывок получает. Ну, я знаю. Конь просто, будучи поставлен на стол, просто чистит весь стол тут же. Один конь уничтожает весь стол. Даже потом, если посанится, все равно стол-то весь отмудохает. Полная жесть. Полная жесть, пацаны.
Поэтому копить особо смысла нет. Если друиды жестким, она разгоном, а дальше что? Тапается, чувак. Ну он хотя бы тапается, а мне сейчас хилиться придется. Замечательно. Замечательно. Хилься, дурати. Ну что, давай коня с монетки. Не ссыка. Ставь коня. Смотри, с монетки коня стоит. Блять, да вы за ИИ надо... Блин, а опять тот же самый варлок можно консидать. Это вообще не тот ли самый? Не, другой, ладно, консидаем. Какая-то супер крутая стратегия. Пойдем где-то сразу заберем. Это что-то приз какой-то скучный. Какой-нибудь, не знаю. Не знаю, какого-нибудь. Конта соберем. Так, значит, смотри. Нам тоже нужен сайленс по-любому, первым делом. А дальше собираем колоду. Так, десратли, значит. Нормально такие десратли. Бабушка, давай. О, можно Гину подальше поставить. Да, можно Гину взять. У него, конечно, десрат... Не, Гину, может быть, мало зверей, не надо. Так. Нам нужны чисто существа. Вот, вот это говно. Льва сейчас возьмем. Лев, давай. Так, предсмертные. Магичку возьмем. Точно, агрессивная карта. О, давай возьмем секрет еще один. Так, такую штуку возьмем. Сейчас один секрет возьмем. Так, у нас один слот остался, да? Что возьмем? Может этих чуваков? Чисто, чтобы в лицо бегать. И секрет фристрап, чтобы он в атаку не ходил. Точно. Вот это вообще мощь. Владар хватит дурью заниматься. А Владар решил что-то серьезное. Мы чем-то серьезным будем заняты в Владаре. Какую-то важную миссию будем проходить. Переход за нами. Нужно поставить сало. Да, неуклюжая сдачка. За Саратова 1-2 не завезли, поэтому... Ой, ну в смысле 1-2 это... Ох ты, стенка. Дыщ. Черт, больше не можем идти в атаку. Вот отстой. Попробую через Газрилу, а как мы ее качать будем? Так, допустим. Опять залог. Клево. Так, монету он еще не тратил. Теоретически можем сейчас увидеть коня. Но коня мы подловим на фристрапы. Они хлопнут ли нам? Либо посанимся. Заметьте. Да нет, астрал друид, что-то не знаю, что-то не возбуждает меня мысль об астрал друиде. Обосрал друиде и не возбуждает. Убей вначале секретчика, чувак, умоляю, вначале секретчика. Дурачок. Ну что ж ты такой глупенький, а? Даже как-то неловко за тебя. Эх. Зачем же он в таун-то стал? Еще какой-нибудь у тебя есть? Блять, а сала-то нет. Черт. Вот отстой. Будем искать сало. Он сейчас рывком фристрапу разминирует, наверное. Хотя это небольшая беда. Блин, коня 2, а сало 1 пришло. Что за несправедливость?
Зачем ты играешь в Стрелы Тьмы? Здесь любое существо имеет огромное преимущество. Играть надо с существами, чувак. Чего ты балбес такой? Так, ладно. Ну, конечно, любопытно. Ждем сала. Спектрал, да, давай поменьше этой фигни. Многовато порнухи ты что-то линкуешь. Ой, прекрасно, давай, 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 давай. Вон. Ой, молодец. Ой, молодец. Ну, бас. Ну, вообще с варлоками скучновато, это варлочья мета. Давайте еще раз сыграем и завяжем. Варное усиление. Может, патроны куда-нибудь положить? Патроны. Патрона. Почему ты не пользуешь чемпионов света? Они же дешевле саленсеров. Чемпионы света? Это кто такие? А, которые демонов саленсят? Это нормальный план. Нормальный план, да, давай. Он защитник света, а не чемпион. Ну да, по-английски чемпион, Champion of Light. Точно. Дело говоришь, даже удивительно. Зацените, у чувака ник Гитлер Д. Гитлер Д1. Понятненько. Так, ладно. У нас есть чемпион света против коня. У нас есть крольчик, это хорошо. Просто только демонов саленсит, то всех, ну это да, дешевле. Смотри, страт-то работает. Так, ладно, это какой-то... А, этот... Винтрейд. Здорово, сиськи-виски. Not a troll. Чё not a troll? Not a troll должен быть правильно, да? Not a troll, чё за странно. Так, ясно, хитрец, нужен сайленсер коней, потому что тут not a troll. Черт. Эй, пацаны, я написал песню, называется «Пацаны, я вас ненавижу». Ди-ди-ди-ди, White Rex, я тебя ненавижу. Козлевые пацаны. Козел ты, White Rex. Его ненавижу больше всех. Давайте, споем все вместе. Спокойной ночи, ребят, кто идет спать, спокойной ночи. Ну ладно, вы ждаете слова. Особенно Кенни. Я завтра наверное, вечером постримлю, а послезавтра буду стримить днем, потому что вечером близко он. Так. Вот это интересно, кстати. Вот это, кстати, интересно. Вот это, кстати, любопытно. Черт, а. Ну, в общем-то, мы меняем не руба на вот эту штуку. Это как раз атака на 4. Я, собственно, потому и не пошел, чтобы он рывок получил. Не, ну это не внушает, дружище. Гоню. Ха-ха-ха. Ха-х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 а. Так, я могу навалить еще говна, типа бабушку, да? И он поставит одного коня и всех отмудохает. И это будет плохо. Но мы же не можем тут защититься никак. Не можем. Ну, значит, давай отмудохать. Да, конь просто всех перебьет. Это очень жаль. Не, вообще 4-3, мало того, что всех саленсил, он еще по куле как-то подходил. Потому что конь идет на 4-й ход, а мы защитник света, он как бы за 3 маны, но 1 мана нигде... Слушай, что они все в этот идут в защиту? Ну ты дурак что ли? Ну ты поставь его в рывок, потом следующего коня поставишь в защиту. Убесоиды какие-то.
Патроны как размножу. Завтра заканчивается деревянная подписка. Вопрос, если я подпишусь за бабу, то месяц подписки дадут. Нет, да, продлевание, продление. Это полноценная подписка, просто она на халяву вам досталась. Что у вас продлится, ребят? Ой, коней ищет, ты смотри. Ты дивись, яка, сука. Надо поставить фрестрап, если он сейчас в рывок пустит коня. Во, да. Он в рывок нам коня не пустил. Вы правда, всех перебьет конем, будет обломно. Когда будешь доиграть Южный парк? Не знаю. Там еще с Ютубом лажа, потому что похерились записи. А с Твича там тоже трудности. Опять в стенку. Ну почему в стенку-то? Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него три класса. Блять, у меня нет Сайленса. А он десятку. Давай найдем Сайленса, давай найдем. Не отличишь от нас. Привет. Привет. Мудеры, спустите собак. Перестреляет на все. Спустите собак, мудеры. В смысле, отключить самот. Давай в патроны. Ой, молодец, можно дальше не бежать, в общем-то. Не, давай еще тебя отдадим, чтобы патроны были нормальные, полноценные такие. Ладно, пока хватит. Блин, почему у них коней больше сюда, чем Сайленса? Что за дела? Что за дерьмо? Нет, я так не катался никогда. Ух, он конь, блять, он коня насадил на фристрапу. Как это он тупой. Но все равно конь настрахает. И он все равно сможет коня переиграть через 6, через за 6 мана. Что он делает? Ну типа места нет, да? Он все убивает, при том, что нет места. Ну давай, Сало, не хочу этому балбесу проигрывать. Заходи, Сало. Сало, заходи. Сало! Твою мать, Картман. Эй, пацаны, я записал песню, называется «Пацаны, я вас ненавижу». Пацаны, я вас ненавижу. Такая увлекательная игра. Пацаны. Так выстрелить. Особенно Кенни. Его я ненавижу больше всех. Давайте споем все вместе. Пацаны, я вас да ненавижу. Да не туда стреляешь. Ну, ладно, особенно Кенни. Кукла отец. Блять, как только я найду Сайленс, ему пиздец. Такая увлекательная партия. Да ёб твою мать! Спасибо, мордобой. Ку-ку. Ку-ку, мой милый. Как только я... Ну, блин, сейчас второго коня поставят. У меня будет два коня со стенками. Мы никогда не пробьемся. Мне нужен свой жигулёр. Да, свой жигулёр, чтобы тоже стрелять ему в лицо. Бля, так интересно конём играть. Бля. Ай, все в конях. Ну почему ты не поставил с этой стороны? Я ж могу... Ну да, ладно, же похер. Ну, теоретически можем перестрелять лицо, но мы не перестреляем. Забегать быстрее. Смотри, мы не... Бля! Бля! Как он Рагнарос-то позвал? Да ну нахер, чувак. Нет, это же моя любимая карта. Пацаны, я написал вам песню. Козлы вы, пацаны. Это просто мракобесие. Ладно, пока хватит. Но меня явно бьет быстрее. Надо будет таунты ставить. Ставишь патроны как стенку. Да он сожрет его за один ход. Фу-ка-то. Зачем он пытается чистить? Фаербоуна. Да пара килл-коммендов достаточно. Нет. Боже, у меня же есть место на столе, чувак. Ты их никогда не зачистишь. Вообще никогда. Ты мог бы вначале барнсом бить патроны 3-3, потом попытаться допопадать. Левада упор убивает с гиенами. С гиеной. О, смотри, смотри, место освободилось. Блин, ты смотри, патроны-то кончаются. Он сейчас барнсом бьет живого. Не, он не допирает. Он мог барнсом бить живого. Блять, ему везет. Давай сюда выстрелим. О, нормально. Хватит, хватит.
Я не могу больше. Бля, кто-нибудь, сука. Менялся все. Наменялся. В лицо попадает. Что он делает, я не понимаю. Чувак, ну ты лох. Блять, воровак! Я, может, не выиграю, но удовольствие получил с тобой прилично. Ну, короче, максимально меняй с конем, чтобы жигулёром стрелять как можно больше и в лицо попадать. Но что-то ни хера не попадает в лицо. Надо своего жигулёра иметь в этой колоде. Даже если мы саленс поднимем, мы только одного коня посалимся. У нас нет способа победить, да? Да, пытается жонглёром в лицо обстрелять. Ну что-то пока... О, а зачем он тапается? Чтоб мне шанс дать? Да ну нахер, ладно, консит. Короче, ребята, потасовка очень интересная, называется конская потасовка. Если вам нравится конь. Все, хватит ее играть, тут может сойти этой потасовки. Ну, забавная такая, конечно, но полом коня. Мне кажется, они когда придумают новую потасовку, им нужно все-таки предугадывать самые очевидные комбинации, как-то их резать, иначе просто неинтересно. Прикиньте, какая была бы разнообразная интересная потасовка, если бы не было коня, да? Сейчас 4 из 5 варлоки. А так были бы разные классы, разные комбинации. Просто было коня порезать. Им нужно было взять двух тестеров, там же два человека, придумать потасовки. И часок поиграть в эту потасовку. Блин, конь что-то имба. Давай уберем этой потасовки, давай. Ай, классная потасовка. Нет, ай, какое-то конское говно. Так, ладно, я сейчас на 2 минуты отойду, сделаю чай. А потом пойдем в симулятор играть.